Привет, ютубчик, привет гостям и подписчикам канала. У нас наконец-то настала зима, вот, выпал снег. Ну и, соответственно, что делать зимой? Как учит нас народная пословица, готовьте легу летом, а мангал делая зимой. Поэтому было принято решение, у меня сгнил старенький мангал, было принято решение, и из обрезочков, из отходов я сделал себе новенький мангал. Вот, как учит жизнь, вот, для небольшой компании, для того, чтобы не палить там вагоны дров, вот, достаточно как бы сделать вот такой маленький мангал на 5 шампуров. Вот. И этого будет вполне достаточно, если у вас там 2, 3, 5 человек даже, то вполне как бы годится. Ну, вот показываю длину, достигнутую опытным путем. Вот у нас получается 37 длина, если хотите. 25 всего лишь ширина. Высота самого мангала чуть меньше 15 сантиметров. Вот. Ну и высота на ножках получается 45. Вот. Для чего я его сделал так? То есть, если у вас совсем немного мяса, то в принципе можно класть и много угля, то можно положить шампуры так, получится чуть-чуть выше от огня, можно будет начинать жарить уже так. Если у вас угли сели, соответственно, вы кладете уже на нижнюю часть. Вот, вот мы запасли чуть-чуть угля, чтобы не покупать. Вот когда чистишь печку, всегда там есть какой-то уголь, я его потихонечку откладывал, и в принципе вот уже можно и не покупать, уже уголь накопился. Ну и, соответственно, мясо. Вот, я не буду вас мучать рецептами, как люди показывают. Вот, купил мясо, вот я его режу, вот это, вот то. Сейчас я его пожарю, обкатаю новый мангал, попробую. Вот, и если рецепт будет удачный, тогда я вам уже объясню, как я его делал. Это сделал исключительно для вас. Вот, и пока не знаю результат, не буду вам озвучивать рецепт. Так что не переключаемся, ждем. Как видим, места на мангале вполне достаточно. 5 шампуров поместилось. При большом желании можно было впихнуть еще 2. Процесс идет. Помощница пришла. Внимательно следит, чтобы не подгорело. Ты помогать будешь, да? Ты будешь помогать? Иди помогай, иди. Иди помогай. В общем, где-то почти через час получилась вот такая штучка. Получился вот такой шашлычок. Шашлычок получился неплохой. Вот, рецептик мне дали. Значит, мясо, оливковое масло полстакана, 3 чесночины средних, пол чайной ложечки паприки, именно не молотый перец, а паприка. И потом я буквально за час до того, как жарить, залил это все стаканчиком белого сухого винца. Ну, довольно неплохой рецепт. Не могу сказать, что это самое лучшее, что я ел, но в принципе, вполне подходит. Можно оставлять в копилочку. Спасибо, что смотрели. Жарьте шашлычок. Готовьте мангалы зимой, чтобы летом было на чем жарить. До новых видео.